Другая смертельная опасность – огонь. Жизни 8 человек накануне спасли пожарные. Людей эвакуировали из горящего дома в селе Хомутово. Причиной ЧП стало замыкание электропроводки. Но зачастую поведение самих жильцов провоцирует возгорание. За 2 месяца 10 человек погибли во время пожаров, возникших из-за курения. МЧС по региону сообщает, в области увеличилось число пожаров по причине неосторожного обращения с огнем. Инспекторы надзорной деятельности отмечают, что гибель людей на таких пожарах зачастую сопровождается не только курением, но и употреблением спиртных напитков. Также в последнее время увеличилось число возгораний в гаражах. Причиной являются прежде всего изношенная или кустарная электропроводка.